Нагадайте, будь ласка, як вас звати? Я Денис Камендатюк, ігрок компанії Bayer. От. Охарактеризуйте, будь ласка, матч. Ну, ігра проходила очень так, в большой борьбе, очень жесткая. Я бы сказал, ну, мы настроились очень хорошо на эту игру, потому что нам осталось сыграть два матча. Хотелось сыграть как можно лучше. Видите, от игры к игре командная игра улучшается. Вот, сегодня, я думаю, мы сыграли в большей степени в командный футбол. В каких-то моментах повезло, в каких-то не повезло. Особенно, конечно, обидно за две минуты до конца проигрывать. Фактически, ну, не проигрывать, сыграть ничью выигранный матч. Вот. Но, тем не менее, ребята очень довольны, потому что все почувствовали свою силу. И появилась, как бы, свет в конце туннеля. Поэтому все настроены самым лучшим образом и на победы в будущем. Як ви вважаєте, рахунок за грою чи все ж таки не зовсім справедливий? Що стосується, да, счета, я думаю, що в цілому счет, звісно, наверное, соответствовал ходу игры, потому что надо отдать должное команде соперника, что они все-таки были потехничнее. Мы играли более в атлетичный футбол, контратакующий. То есть шансы были, вы видели, в первой половине. Это футбол в первой половине, они нас более раскатывали, можно сказать, обыгрывали. Вот. Но тем не менее мы первую половину выиграли в сухую 2-0. Во второй половине мы уже больше, у нас масса моментов было, и тем не менее мы вторую половину проиграли 2-4, и в целом 4-4, я думаю, счет соответствует игре. Дякую, удачи вам в подальших матчах. Спасибо большое.